Доброе утро, ребята! Доброе ко мне! 8 часов вот это мы проснулись. Я, если честно, думала, что сейчас часов 10. Мама, смотрим, блин. Кнопка пришла, да. Она это выспала. Да, то. Я нашла две подушки, Леня, две подушки. Не больно? Хорошо? Это нас приезжали с папой. Мам! Да, это ну, пойдем. Заряжались опять. Пойдем. Антон Сергеевич, где твоя футболочка? Хотите, я вам покрою мостик на руках. Покрывала тут наряжаться. А я могу мостик. Да, ну показывай мостик. О, батут у нас. Да иди попробуй, сына. Ты уже их боишься? Гонять можно? Мы будем за гроша гонять. Да можно, вообще. Маленький, за ним. Вот он, петух! Где петух? Да, пошел за будку. Это курица, это курица. А там собаки нету? Нету. Афонечка, смотри, чтобы это вот не ущипнул тебя. А то кнопка погналась, а кун кнопку. Ущипнула так? Да. Она их сейчас боится. Гимнасты? Я коричневые это буду называть мальчиками, а... Коричневые, наоборот, девочки, а белые мальчики. Братцы, лежать! Фу! Все, Афоня уже позавтракал. Сегодня что у нас было на завтрак? Расскажи. Афонь, что у тебя было на завтрак? Расскажи. Яичница, да, скажи? Тут смотри, сколько ракушек, да? Ракушек сколько? Посмотри, сколько маленьких ракушечек, да? Вот они какие, да? Мы утеплились. Что-то тут немножко ветерок подул, да? Алло, алло. Да, что-то тучки какие-то тут бегают, и ветерок подул. Что ты хочешь? Мам думает, это коричневое или нет? Да. Даже места ходят. Ну, я не могу. Зачем тебе эта ветка? Чтобы ее оборвать? Это Антош, помоги ему достать. Мама, это лево? Нет. Помправо. Помправо, лево. Помправо, лево. Ветку достанем. Это отрывать? Нет, отрывать не надо. Ждем дедушку. Сейчас он с магазина приедет. И поедем на рыбалку. Поедем на рыбалку, да? Ну, хотя бы просто на море. Что? И ты хочешь? Я все поедут. Рыбалку. Песочек, ты нагрузил ракушечку, да? Что, тебе помочь сделать? Да. Давай. А ты какой молодец. Ты куда залез, сынок? Смотри, не упади. Не упадешь? Хорошо. Ну, потом будем уже вытрушивать из обуви. Гуляй так, потом вытряхнем из обуви ракушечки.
Так, мы дедушку покормили и теперь собираемся, да, сынок? Да. Я люблю чемодан, тяжеленький. Тяжеленький? Ну да. Ну, я вот так вот. Опа! Да, поехали. Мам! Реба, алло. Как сирень красиво, да? О, да, цвела какая красота. Так прям просто столько цветов много. Кто квас пьет? Не я. Ты пьешь квас? Девушка. Ой, охуя. Девушка, прикольно. Я в этот очень давно подумал, что здесь три компота, а там квас. Я вот чуть-чуть. Да, остановились за квасом, а тут кнопа. Охранница на кнопку. Какает! Как какой? У меня ранка. Где? Вот. Железная ранка. Да, мама? Затангрите. Тафон! Данька, красиво. Вау! Афонечка, садись, а то сейчас можем здесь кочки. Да, га-га! Здесь лошадки. Га-га! Ну, баллоны обычно у нас. Га-га! Смотри, как много лошадок. Га-га! Га-га! Вот оно уже море. Красивого цвета, да? Ну, что-то здесь так песка. А почему здесь такая гора? А это, наверное, нанесло песка. Видно, с дороги взяртали. Она волна пройдет, она заберет его, знаешь, носит туда-сюда. Ну да. Да, тут народа много. А где что у меня покупать? Одни удочки он торчат, а да, и забора. А где у меня покупаться? Покупаться нет, еще рановато, еще ж не лето. Люди, наверное, надолго проехали. Ну, как-то, мне кажется, еще холодно надолго. Вечером прям было прохладно, да? А утром тепло было, а вечером прям сразу холодно. А утром... Что? Разбувайся. Ну, разбувайся, только тогда все в машину ложи, чтобы мы потом ничего не искали, хорошо? И носки ж снимай. Кнопка, кнопка. А стакан есть? Может, надо обуться, сынок? Она холодная. Мама, она холодная. Ну, конечно, еще же что тут три дня тепло. И кнопа. Холодно? И на песочек. Ножки греть. Песочек теплый. Погрелся, еще побегал. А? Да, погорел. А. Антошек, а ну пойди мои черви принеси. А? Мои черви, пойди принеси. У меня заговоренные. Убежал бычок. Что такое? Это что он говорит? Это
Я. Антоша, ну, мам, зачем ты еще? Афоня, бабушка уже поймала рыбу. Иди ведерко неси. Иди ведерко неси бабушке. Вода нужна. Все, бабушка поймала рыбу, да? Как рыба называется, Афоня? Рыба-бычок. Рыба-хорошая. А ну покажи-ка. Покажи маме рыбу-бычок. Рыба-рыба-рыба-рыба. Это бычок, да? Ты поймал? А баба поймала. Бабуля первая, да? Да. Охабьявал. Так, мы тут рыбачим. Вот какие рыбаки хорошие, что даже черви закончились, да? Там все достал. Ну сюда клади. Перекус у нас тут. Пирожки. Тучки заходят, правда, но все равно тепло, да, ветерок только. Так народу тоже тут много. Кто-то поехал. Девушка Леша, вот, например, поехал нам за червями. Вот моя удочка. Сегодня мне везет прям очень-очень. Мы тут наловили. Вот эти бычки. Красавчики, да? Да. Сколько их? Много. Мама говорила. Да. Мама тут ловила. Маме прям сегодня клевало хорошо, да? Во. Да. Здорово как, да? Да. Обалденно. Мам, кто это? Не знаю, дядя какой-то поехал, да? Я да ты его присыпь ракушками, и он не уплывет, а мы потом с собой его заберем. Я сейчас вот какого бычка поймала, черного-черного. Это первый в нашей ведерке такой черненький бычок. Да, тут сейчас что-то похолодало. Ты же ж в воду не лезь, ты слышишь? Рыба! Рыба! Афоня, не лезь туда! А чья это? Не знаю. Да, бычок чей-то, да? Нет, он, по-моему, умер. Он, по-моему, это какой-то мертвый бычок. Не надо, ты в обуви, не лезь сюда. Ага. Все, собираемся домой. Все уже в машину сели, потому что прохладненько уже. Прям так заметно похолодало. Лешка, Леша, удочки. А народ еще есть такой, даже и купается. Представляете? Я, конечно, в шоке, что эти черные точки. Ой, где они? Да, это люди. Это не бычки. Купаются в камышеватке. Нормальные люди, которые купаются. Круто. Можно, конечно, было бы сказать, что сейчас не май месяц, да? Чтобы в море купаться, но сейчас-то май. Чё б не искупнуться. Не кидай в море. Надо все это забирать, да? А рыбку надо забирать? Ну, конечно, и червячков надо, да? Так, берем, все. Кто вы назад? Я поняла. А мы еще посчитаем. Фонечку, мальчик. Так, все? Едем, пока море. На запчасти. Пока море. Пока мы едем. 45, 46,
47, 48, 49, 50. Давай, раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Там 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это сколько? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Чего ты рассказываешь? Ну на 5 штук. На 10 штук. На 5. У нас 82. Что? 82. Пересчитать или? Надо, мы сейчас считаю. Считай. Высыпай обратно в чашку. Считай. Сколько десяток раз? Ну а что? Нет, а там у всех затягивает. Там чуть прозевал, уже он там уже сидит. А я это научился ориентироваться. У нас просто еще черви закончились. На мясо и на тюльку слабенько. Вот на червей вообще представьте, хорошо. Представьте, я ориентироваться. У нас Вера ловила там по черному. Вера ловила по черному. По черному. А по черному по черному. Представьте, вот так. Сижу. Вот это сейчас клюет, вот это две волны вот так просто прошел гладко. Я потянул, а там опа. Да, представляешь, в 5 часов уже народа полная. Хорошо, люди, и так и не ушли. То есть выходной день люди там. Мы поспали, да, уже 7 часов. А ты что делал? Алкоголь. А пил. Ага, больно. Не больно? А больно. Больно? Да. Ты плакал, наверное? Да. Ага, плакал. Плакал. Ты заплакал? Да. И кто тебя пожалел? Века. Так не надо за жопку, Рек. Папа. Попу не надо, иди сюда. За попу не трогай, Рекса, иди сюда. А что-то дождик, да, кажется? 3 штуки сымаешь. Ну, а все же остальные. Так, а было 10 штук, пришла уже. За камерой сходила 3, да? А, уже все, пусть греется. А нет, пластиковые ручки у кастрюли. Так, а мы выехали, да? Здравия. А тут и дождь пошел. Нет, девочка заезжать, наверное, будет. Ой, закат какой, тоже красивый, да? For all the times that you ain't on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well,